и на даче ружья. Однако это малая цена за столь крупную добычу. Наконец-то они могут подойти ближе и рассмотреть трофей. Охотники осторожно приближаются к крокодилу. Его хвост – мощное оружие. Раненое животное одним ударом хвоста может переломать ноги самоуверенному охотнику. Однако в нашем случае животное угасло. И Томас может сфотографироваться с древней ящерицей. Крокодилы существовали на планете уже миллионы лет до того, как вымерли динозавры. Наконец-то Томас отправляется охотиться на леопарда. В качестве привады охотники используют мясо гиппопотама, которое привязывают к ветке дерева рядом с тропой животного. Очень важно правильно привязать приваду таким образом, чтобы леопард мог достать ее и в то же время смог сделать это, приложив определенные усилия. Приманку укрывают ветками и соломой, пряча от острых глаз грифов. Томас с интересом следит за приготовлениями. Внутренности торчат наружу, чтобы привлечь внимание леопарда к приманке. Внутренности туши раскладывают в сотни метрах от машин с двух сторон. Ствол дерева обмазывают желудочным соком, чтобы заставить леопарда двигаться в намеченном направлении. Землю под деревом очищают, чтобы утром по следам можно было определить, приходил ночью леопард или нет. Очень важно убрать ветки с места привады, таким образом очищая линию огня. Охотники занимают место в укрытии ближе к вечеру. Теперь охотникам ничего не остается, как ждать в полной тишине. Никаких посторонних звуков, шепота, чихания или кашля не должно быть, когда приходится ждать довольно долго. Так, что-то начинает происходить. Избуша чуть справа, появляется леопард. В других странах на леопарда часто охотятся в сельхозугодьях. В Танзании охота на леопарда проходит при помощи привады, которую подвешивают задолго до наступления темноты, что значительно облегчает определение пола животного, так как охота на самок запрещена. Тони не торопится, он позволяет самцу освоиться. Теперь, когда животное всерьез занято трапезой, самое время произвести выстрел. Неожиданно самец покидает приваду. Оказывается, у подножия дерева появился еще один леопард. Томас уже приготовился стрелять, но оказывается, что это самка, такая же крупная, как и самец. I can see the female is dog.